Пацаны, сломались? На можно оттащить на Россию обратно. А вы хоть знаете, куда вы едете? Нет. Куда? Нет. На Киев, блин, хуярки. Да. Один это на Россию, блин. Ну, у вас пока все на нашей стороне. Ваши и плен сдаются хорошо. Потому что тоже пацаны не знают, куда едут, не ехать мне. И я вот всю колонну пообспрашивал таких, как вы. Никто не в курсе вообще, кто куда едет.